Ну что ж, привет всем. Привет всем маленьким, привет всем большим. Да, привет, привет. Я представляю ночной клуб «Ричмонд» в городе Чернигов. В этом году мы решили День города не только отпраздновать, но и сделать для города подарки. Возьмите, напишем плакат. Где вам возьмите? Дайте, Дита. Классный, хорошего вам дня. Вот, спасибо, Вика. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Алена, и я с Richmond Club. У нас сегодня проходят добрые дела, и первым добрым делом мы решили позвонить вам и пожелать хорошего дня. Круто. Дякую, круто. Вам гарного дня. Пожелаю вам всем. Сегодня на 30-й год. Дякую, дуже приємно. Но как мы знаем с детства, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Поэтому мы подумали и решили, что город от нас получит хорошие дела, а именно целый марафон хороших дел. Все, кто хотят присоединиться к празднованию Дня города, приглашаю вас 20 сентября в 22:00 на вечеринку в честь этого события. И все собранные средства со входа пойдут на очень хорошее дело, на благотворительность. Необходимые вещи для деток из приюта «Надежда». Также, что очень сильно меня радует, весь персонал, который будет работать на этой вечеринке, согласился всю свою зарплату за эту ночь отдать также на подарки для деток из этого приюта. Делай добрые дела. И всем советую. Тут моя вон. Здравствуйте. Мы хотим вам букетик подарить, чтобы хотя бы сейчас поулыбались. Сидите, поставили. Держите, держите. Улыбайтесь чаще. Спасибо. Понятно. Теперь кто-то попьет кофе бесплатно. Здравствуйте. Сегодня будет как власти. Ой, за что? Просто так. Просто так. Тем же, кто хочет попасть бесплатно на вечеринку, я предлагаю сделать следующее. А именно снять на видео абсолютно любого формата или качества какой-то хороший свой поступок, какое-то хорошее дело. Запустить у себя на стенке, и этим вы автоматически попадете на бесплатный вход и получите прямо на вечеринке громкие аплодисменты, благодарность, почет и уважение. Вот. В принципе, чтобы марафон стартовал, мы решили начать с себя и сделать уже сегодня для города хорошие дела. Наслаждайтесь этим видео, смотрите, ну и в принципе делайте добро, и оно к вам вернется обязательно.